Всем привет! Сегодня я вам покажу еще один рецепт. Это творожное печенье в виде розочек. Оно очень нежное и очаровательное. В середине каждого печенья капелька джема. Оно очень соблазнительно выглядит и очень вкусное. В глубокую тарелку я кладу размягченное масло и всыпаю сахар. Перемешиваю их между собой блендером. Сильно взбивать не обязательно. Можно просто перемешать. Затем я всыпаю ванильный сахар и добавляю творог. И еще я всыпаю щепотку соли. Снова перемешиваю и начинаю всыпать муку. Муку я просеяла и добавила немного разрыхлителя. Тесто быстро собирается в комок. Оно мягкое, податливое. Я формирую из него шарик, делю на две половинки и убираю в холодильник на полчаса. Охлажденное тесто я начинаю раскатывать. Я его раскатываю в круг толщиной примерно 2-3 мм. На тесте формой я вырезаю круги. Я стараюсь вырезать кружки ближе друг к другу, чтобы тесто потом меньше перекатывать. Кружки я собираю по 4 штуки и аккуратно их сворачиваю в небольшие рулончики. Затем разрезаю заготовку на две части. Немного прижимая края и огибаю лепестки. Получается очаровательный цветок. Цветы я кладу на противень и ставлю в заранее разогретую духовку. Печенье готово. И в середину каждого цветка я наношу маленькую каплю джема. А затем сверху я присыпаю сахарной пудрой. Печенье получилось мягкое, воздушное. Оно чем-то похоже на слоеное. Печенье из творога, оно всегда имеет очень приятный вкус. Спасибо вам, что досмотрели мое видео до конца. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всего вам самого доброго. Пока!